5. Так ты новый боец Редстоуна? Ну как, не хочешь подзаработать? Чёртовы бандиты потрошат моих поставщиков бухла. До меня доходят лишь опивки. Я хорошо заплачу, если прикончишь пару бандитов на дорогах. А за каждого хищника правительства получишь двойную цену. Ну что, готов? Ну прекрасно. Врежем как следует. Иди займись бандитами. Я не хочу рисковать деньгами из-за беспорядков на дорогах. Чёртово правительство указывает нам, что делать. Меня это так бесит. Будь я помоложе, я б... Ну, ладно, неважно. Спорим, грёбаные бандиты моргнуть не успели. Молодец, приятель. А теперь еще раз. На бис. Для меня.